Пошла запись. Мама, я в телевизоре. Наша задача, Антон, как Буратино и сказал, просто прикрытие штурмовиков. Ребят, смотрим, пожалуйста, за своими шести за заходами. За друг другом, потому что, сами понимаете, ведущий будет смотреть за группой. Всем внимание, приеду. Запуск сессии. У нас один так и не запустился, кемпер не пришел. С учетом того, что там швальба будет летать, отчасто осматривайтесь. Они внезапно могут нас прыгом замутить. Не, насколько помню, миссия у нас 19.00. Внимание, после того, как мустанги появятся и вырулят на старт, доклад. Вам главное, чтобы больше двух игроков один и тот же респ не взяли. Тогда, слушай, Ян, мы тогда берем с тобой первый, а Ан, бери второй тогда, секонд. Как принял. Понял, беру секонд. Понял тебя. Тут камуфляж абсолютно белый поможет? Да нет. Какие ленты взять, как думаешь, Ян? Ян, на связи? Алло. Повтори. Какую ленту взять лучше? Возьми трассера. Воздушка, она просто скрытая. То есть, если тебе нужно скрытая, то бери воздушную ленту. Там это фугасы чисто. Если не скрытую хочешь, то лучше тогда трассера, потому что там как раз один бронебойный, практически и фугас. Ну, курсовые так. Тоже трассеры, да, ставить? А, курсовые 12-миллиметровые, ну, 7-мм. Там уже после... А, 7 у тебя? Ну, тогда, не знаю, смотри на своем усмотрении. А, у тебя что, 12? Ну, у меня, да. Это же марка 9. Блин, а я, наверное, не переключил там просто. Так, это же 9, а не ЛФ-ка. Так, я перезахожу в F9, почему? Spitfire F, Mark 9. Я, наверное, это не рассмотрел. Мустанги взлетели, прием. Приняли второе звено. Появляемся, ребят. Появляйтесь, я... Да, я не отвалился, что случилось. Я не... А, пардон, я нечаянно не тот Spitfire взял. LF, а нужно F. Где мой... Бля... Я забыл снять знаки. Буратино, есть возможность сейчас это приглашение кинуть? Чтобы я связь отдал. Буратино, а ничего-то, что у нее на самолете знаки 70-летия победы? Ага, какая температура вообще за портал? Время года какое? Температура 20 градусов. Время года сентябрь. Все принято. Есть... Так, если я сейчас выпрыгну, это будет засчитаться как потери самолета? А что у нас P-51 здесь был? Нет. А, то есть я могу выпрыгнуть и поменять? Да давай полетели. Ну получишь бан. Питы, у вас кемпер появился. Ой, есть наблюдаем, наблюдаем. P-51. Чисто поле, что ли? Крит там, вот кемпер с опозданием. Да я знаю, он с Мавром будет летать тройки, я уже один выдвинулся. Принял. Блин, хреново, что ты один. Файер, прием, как вот. Выруливаем. Ждем Яна. Долго, блин. Ты мне скажи, полоса-то, блин, что, правильно хоть стал-то? Я не могу посмотреть, я не зашел еще. Ну, короче, как полевая, да, получается, прям на поле фигачим. Ну, должны быть флажки вот справа. Тихо, куда, Спитфайр, остановись, прове... Блядь, все, привет, приехали, справа. Блядь. Буратино принял? Принял. У нас уже все, взлета не будет. У нас ЧП на ВВП, у нас задержка взлета. Что за ЧП? Кто говорит? Говорит Янис, мы сейчас два Спитфайра отрезаются снова.
Вы же отреспитесь, господа, да? Да, респимся. Красавцы, ёпта. Да не говори, да. Взлетай, Ян. Понял тебя. Перезаход. Перезаход, что перезаход? Ну, у нас два спита разбили. А, в смысле, я имею в виду им перезаход. Нет, 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 спокойно. Ты взлетел, Ян? Вы... Все, взлетай. Ан, давай так же. Просто без роли, без рулежки сразу на взлет. Группа Spitfire взлетает. Извини, мой косяк. Не увидел. Расстрел, чё? Так, Ян, тебя вижу, забираю левый пилинг. Взлетел. Группа Spitfire взлетели, ударники появляются. Я еще за вами. Принято. Беру правый пилинг. Ян, тягу подскажи. Платина, вы заново распишитесь? Да. User left your channel. Ан, наблюдаешь нас? Да, я наблюдаю вас. Вставай в клин, бери левый пилинг у Яна. Что-что? В левый пилинг вставай. Да, я слева покрыл снизу. Так, надо развернуться. Мы на край карты. Принял, занимаю левый. От филда 80. Ну держи 90 там найдем. Принял. Так что мы будем ждать наших штурмовиков? Пока мы уберем над филдом. Ударники, вы взлетаете? У нас все тоже непросто. Принял. Ожидаем вас с набором. Принято. Аир, куда ты развернулся, блин? Вот, все. Братина, я сейчас под тобой снизу. Принял. Набирай. Справа. Ян, давай немножко посбросим. Да-да-да, я это для экономии топлива. Так, скажи мне, где топливомер у них? А, все, вижу. Ан, топливомер, смотри, у них слева находится. Вот видишь, где переключатель этих, как его, закрылков наверху? Под красной лампочкой? И на самом верху, вот левее прицел, такая хромовая такая хрень, переключалка. Закрылки. Вот ниже, там есть такая еще как раз с красным делением. Понял. Там написано full и минимум. Так, занимай правый. Так, докладываю, мустанг над танковой картой, над полем боя, высота 6 километров примерно, тут облачность низкая, километров, наверное, с двух начинается, с трех. Прием, как слышно. Принял вас, принял. Принято. На филд мы будем долго искать на посадку. Да, мы его навряд ли вообще найдем. Я у вас. Не, но он же у нас на карте-то отмечен. Так, ну вот смотрите, сейчас наши штурмовики на филде стоят, можно запомнить это место. Тут город небольшой как будто есть. Так точно вижу. Это проселок такой этот, проплешин такой среди лесов. Ну да, да. Как будто там мини-деревня что ли. Ты над нами что ли прилетелся? Походу я за мной с ПП. Значит, справа пилинг нахожусь. А справа тоже еще один. Это я. Это я. Топливо-то у нас больше половины получается. Ну, у нас примерно минут 20. Да, 24 минуты. Если верить Аэрофром, у нас 50% горючки.
Так, но штурмовики у нас еще на земле, поэтому особо не тратьте топливо. Мало. Блин, я вас потерял. Справа я у тебя нахожусь. Яна 25. У тебя на час Яна находится. Ты в левом пилинге у Яна находишься. А, да. Далековато я от вас. Нормально. Набираем. Ну так, потихоньку набираем над аэродромом, пока наши штурмовики взлетают. Они еще пока сидят. Наши штурмовики — это тайфуны? Тандерболты. На самом деле эти штурмовики сами кусаться могут. Ну да. Насчет болта не знаю, но вот насчет тайфуна уверен. Ну да, это еще лучше бой могут дать, чем мы на спидфайрах. Тайфун швальбу догонит. Да, и швальбу мустанг может догнать тоже, по сути. Но не наш спидфайр. Да, как бы это зеркальце убрать? Отстрелить его. Да, но еще и снаружи кокпита стоит. Спитфайр, это ударники только взлетели. Принято. Начинаю взлет, точнее, наблюдаю. Блять, начинаю взлет. Наблюдаем вас. 8, 9, 15, 14. Так, я у вас сзади. Сзади где? Сзади? Сзади слева. Вижу. Еще, например, на тяга 80-70. Мой эшелон-то уже превысили, по-моему. Так, наблюдаю взлет наших штурмовиков. Тяга 25. Принял тяга 25. Внимание всем, ударная группа наконец-то, бля, взлетела. Да чего твой, конечно, без скорости болтает, а? Да вообще пипец. Так, вы наблюдаете ударники? Они немножко, я их потерял, когда они подо мной были. Так, все, нашел ударники. Принял. Отлично. Они сейчас уже это, к реке подлетают. Наблюдаю. Также по-прежнему выдерживаем на 2.25, давайте немножко догоним наши штурмовики. Принял. В небольшом пикировании пойдем, чтобы побыстрее их нагнать. Используем форсаж? Нет, не стоит. Буратино, ну и Ан, если что, вот справа внизу датчики оба,
правый самый крайний датчик это отвечает за воду радиатор, ну то есть температуру воды, а левый это масло. Масло. Да, я от вас сильно удалился. Или это что-то? Наддув-то, смотри, это вот у тебя где красная. Под форсаж, который у тебя идет, это наддув. А то, что ты говоришь, это обороты у тебя, РПМ. Ну, про, да, про наддув, РПМ я говорю. А, нет, я уже вас догнал одного из наших. Я сейчас на 6 удал. Значит, можно еще нагнетатель переключать, да? Спитфайр, на связь. Слышим. Наблюдаете ударную группу? Да, наблюдаем вас, идем. Крип, у вас как обстановка? Ну, на поле боем сейчас вдвоем с мустангом. Никого пока не видим. На над станцией? Над станцией находится? Один мустанг над станцией, я чуть в сторону отлетел, ищу противника. Противника не наблюдаете пока? Нет. Странно. А, вопрос. У нас сейчас в нашем районе могут кто-то находиться на выше нас? Прямо над нами вижу один контакт. Над нами должны быть наши спитфайры. Над нами еще кто-то есть, помимо. Это спитфайры спрашивают над нами. Может быть кто-то. Это еще? Я нахожусь над вами. Вероятно, мой напарник тоже. Так, мы ударников пролетели уже. Я просто не пойму, они разделились, что ли? Блять, это зеркало, конечно. Так, спиты, вы же у меня на 6, да? Я у тебя слева пилинга нахожусь. Просто я вижу, как куда. Два контакта группу, видишь, да? Будто это немножко разделились. Блин, я вот. Ударная группа, вы немножко разделились, что ли? Ударная группа, Spitfire запрашивают. Вы разделились, нет? Да хуй пойми, мы строй не можем поймать. Два самолета отделились. Да, мы выше нет, вас. Мы сейчас по кромке облаков, сейчас сопровождаем пару штурмовиков. Там еще за нами остались. А, да, все, мы на их высоте. Да, похоже, у всех техника разной прокачки, поэтому один тайфун отстал, идет за двумя тандерболтами. Принято. Уж как-нибудь хотя бы долетели. Блин, я все время летел за тайфуном. Красавчик. Буратино, меня не потерял? Слева фронта. Я не вижу вас. Видишь, а все, вижу двойку. Надо от блоками. Вот, да, вот мы левее от самой крайней слева идем. Я вас снова потерял. Да мы здесь. Ты, по-моему, сам последний, да, идешь в колонию? Да я вас вообще визуально не вижу. Речку видишь? Я вижу несколько самолетов. Вот три самолета, мы сильно левее от тех самолетов, от трех. А это ты там это вертикальные гаражи делал или нет? Насчет вираж. Я сейчас только что вираж сделал. Ну вот левее, короче, сейчас иди, и ты на. Блин, я встаю тайфунов. Да-да-да, вот мы слева от строя тайфунов идем. То есть мы примерно у тебя сейчас должны идти на 11-10 часов. Вот на твоей высоте. Да, левее только. Тогда я вас визуально. Буратино, смотри на 10 часов, кто-то мимо пролетает. Когда я вас визуально вижу, но я очень сильно от вас отстал. Сотник кто этот? Это походу наш. От солнца на спитов, кто я заходит? Нахожусь, кого-то атакует. Атака, атака, атака! За 6 смотри. Кто под атакой, блин? Тайфун вражеский. Тайфун, я на тебя смотри, сейчас обновить. Падать будет. Эй, блин. На тебя падать сейчас будет, смотри. Защищай. На кого? Ян, смотрю за тобой. Работай по тому.
Сейчас столкновение было, мистер врезался в тайфун. Шесть, маневр! Братина, вижу заход, по-моему, на наших. Удар перед тобой, по... перед тобой, да, видишь, два контакта, еще шесть, заход сейчас будет. Ян, меня наблюдаешь? Вставай в ведомую. У меня шесть. Атака, захожу на него. Была. Пропустил его, хорошо. Прям смотри, он сейчас наверх пойдет. Блять, ебаное зеркало. Ударная группа под атакой, спиты, работайте, ёпта. Это Тандерболт, ёпта. Че он по своим стреляет? У меня шесть. Он по низам Буратино побежал. Вижу. Как выйти, что про? Ручку от себя, тягу в ноль, педаль в противоположную сторону кручения. У меня шесть, у ведущего болтов шесть, блядь. Спиты, ебаный насос. Это мы. Противник по низам убежал. Принял. Противник на высоте пикирует на вас, я сейчас среди них. Так, я только что давал выйду, квадрат. Я, по факту. Я тут с болтами, блин. Ян, помахай крылья. Вот, ты у меня на шесте. Все, принял, я у тебя слева пилинг, значит. Перед тобой на 12 контакт, видишь? На 12 контакт, видишь, Ян? Сейчас, подожди, тут снова кто-то заходит. Идет. Мне в лоб прям, я развернулся. Вижу, блядь. Ты врезался или что? Нет, прыгаю. Channel switched. Microphone muted. Блин, не разбериха, блин, какая-то. Половина что-то все поразбивались сначала, блин. Болт под атакой. Истребители, бол под атакой в районе цели. Побил кого-то. Кто-то из наших есть? Эх, не подвешивался бы ты. Хотя... Подвижу. А кто-нибудь из наших наверх пошел? Петлю. Я наверх ушел. А. Кто его знает? Тут такая. Я справа от тебя. Ударник последний остался, что отбомбился, ухожу на базу. Тайфун как красиво все сделал, а? Че он там ходит с полезным? Есть кто-то из прикрышки живой? Да, есть, но я в окружении противника. Вот шваль вижу. У меня одна шестерка пока далеко.
Я вижу где-то 3 или 4 самолета вражеских в километре от меня. Эх, заходит на тебя новый. Все. Стреляют. Внимание, истребители, всем возврат на базу, штурмовики частично потеряны, оставшийся живых отработал, уходит на базу. Возврат на базу, повторный вылет. Как приняли? Принято. У кого есть топливо, останьтесь дежурить над аэродромом, чтобы не заблокировали. Пару оставьте на высоте. А я, если что, не могу оставаться в воздухе, у меня двигатель поврежден. Окружение противник сражился с двумя швальбами, под кого-то пилит. Делаю заход на мессер. Есть, бил мессер. Да, сбил мессер, который без двигателя. Потрясающе. Я Драгонлайта пробил. Пальба мимо пролетела. О, у меня каст. Я сейчас загрузут, наверное, нет. Это было как-то не очень. Нормально. Че, Янис, ты куда ушел? Я не знал. User joined your channel. Это было очень плохо все. Но... А можно мне взять сейбром? А Ирм красавчик. Расстрелил дракона, это драгона, сбил черного волка, и меня догрызли такие. Ты меня тоже омега сбил. А я глупо помер. Я на мустанге года два не летал в СБ. Нормально. А я спидфайер увидел, что на меня стреляет отстав, ручку дернул и в штопор. Крит сейчас швальбу будет сбивать. Сейчас сказать, то, что через 3 минуты выход. Потом главное сесть, потому что я не вижу здесь ВПП, но куда ему садиться? Там есть такое. Пару держать почти нереально, из-за того, что самолеты, но очень разные. Угу. Можно на 20-й вперед улететь? Низам. А чё мы вообще по верхам пошли опять? Потому что швальба. А, по низам чё? Потому что там ударники. Нет, я имею в виду как раз ударники. Они по низам пошли. Они наверх клинили. А, это, кстати, я так и не понял, потому что я думал, они вообще там до 1000 будут. Мы поэтому и брали 6 футов эшелон. Потом начали что-то климбить, а там уже и вы недалеко. Ну, короче, фигня получилась. Я хочу прям по низам. А вы светили грозовое облако, я вообще потерял вас. Ну чё, ну норм. Я ну, что я улетел куда-то не туда, и то, что я теперь лечу там же, где штамовики. А Ир успел отбомбить. А еще кто-нибудь успел бомбиться? Да, нет. Я только начал рассматривать цели. А я не только отбомбился, так он еще и какую-то зенитку забрал. Ну
там танки у них. Забавно. А то считается там, ну, там машинки купили. Локомотив написан забрал, и подпанцер, и его купили. Косвоир не найдет. Аирми, как я понял, ищет. Приняли 200-й, рестлимся все. Аирми найдет аэродром. Вот по каналу. User left your channel. Channel switched. User was moved to your channel. На том же рейске появляется. Да. Нет, давай возьмем по... так, шестой, наверное. Появляйся на шестом. Рид, как у вас ситуация? Да, на шестом появляется. О, блин, здесь что-то самолетов много. Ударники, мы с вами здесь ареспались аккуратнее. Это спиты говорят. От рули немножко левее. Кто не... А, на трули. Кто не сбит еще? Возвращайтесь на аэродром. Все. Крит, прием. Выключи двигатель. Крит, на связь. Топлива полно, прикрываю взлет. Принял, дежуришь. Один? Ты один остался? Пока один. Кто еще из мустангов? Мавр есть? Мавр? Не, я на филде. Так, а что за спид с этим самым? Так ты же сказал, рулить немного влево. Сейчас там кто-то садиться будет. Ну сейчас, погоди, я сам не понимаю, что здесь происходит. А я вообще ВВП не вижу. Ее здесь нет, потому что она слева направо сейчас будет взлетать. Это тайфун садится. Ну дай ему полосу. Оу. Аварийку сейчас будет делать. А это скорее не ОЕМ. Видишь, откуда он сейчас садится? Вот нам в ту сторону взлетать. Да, херово. ВХ спит там взлетать? Спит, спит. Приспись. И на старт выруливай. Все спиты. Понял. Спитфайр, почему он у нас не в канале? У нас только одного не хватает. Давай, выруливай сразу на взлет. Разворачивайся направо, четко на 90 градусов. Давай, тяга 100. Начинаем взлет. Так, спитов, Буратино, сколько должно быть? А, стоп, отставить взлет. Спитов у нас вообще-то двое. Ну там весь как один спит, но он у нас не в канале почему-то. А где он? Не знаю. Кто это вообще на спите? А, нет, все. Ну это Ан. Нет, это не Ан. Нет, это не спитфайр. Все, у нас двое только на спитфайр. Нам взлетать? Нет, пока. Принял. Преследовал сейчас Густава, он разорвался на клочки. Пытаюсь от меня уйти, кек. Мы пропускаем мустангов? Я не знаю пока. Мустанги, на взлет кто отреспился вторично? Как приняли? Принято. Выдвигайтесь сразу, мустанги, как приняли, вместе с Критом, всей группой туда, в район ЖД-узла, защиту. Я на вражеским аэродромом. Понял. Крит над вражеским аэродромом, остальная четверка мустангов выдвигается в район цели, с целью расчистки воздуха, как приняли. Спиты ожидают.
спиты как приняли? Приняли. Приняли, ожидаем. Взлет только мустангом сейчас. Мустанги, когда все взлетите, доклад. Мавр. Мустанги, похоже, все воздух. Принято. Спиты, взлет. Принял. Давай, ключ на старт, погнали. Есть ключ на старт. Тайфуны, тандерболты на старт выруливаем потихоньку. А 20-й взлетят в конце. Взлетел. Стоп, нет, нет, 20-й, 20-й взлетайте первые парой. Тайфуны и Тандерболт ожидают. Аэродром противника, доложу о взлете. Давай по восходящей с набором. Крит, по возможности сбивай взлетающие. Принято, там ПВО какое вообще есть? ПВО стандартное, как в войне. Давай правый. Спиты, внимание. На связи. Спиты на связь. А 20-х прикрываете. Принял. Как только можете. Тайфуны и Тандерболты идут без прикрытия. Принял, вот 20-х прикрытие. Принял. Меня наблюдаешь, Ан? Тайфуны выруливаем. Держись спеллинг, сейчас будем низким эшелоном за Ан-20-м идти. Один вас, внимательно, да? Смотришь, как ведомый за моей шестью. Я буду стараться контролировать остальную ситуацию. Принял? Понял. Но я у тебя... Да, я твой ведомый. Идем с небольшим превышением, чтобы, если что, могли уйти. И чуть-чуть правее возьми, чтобы я твою 6 уже видел. Ну, еще бы немного, ну ладно, в принципе. Где шваль? Нигде, нигде. Походу вышел. Так, даю левый. И с набором. Понял. Надув 25. Ты сзади меня? Я замедлился. Встань, пожалуйста, в левый пеллинг, чтобы ты смотрел мою заднюю полусферу, потому что я контролю сейчас двух анов, двух ашек. Что там ударный прием? А-20-й подходит. А-20-й взлетели. Тандерболт, тайфуны в процессе взлета. Принял. В бой не вступаем. Цепляемся за А-20-х. Понял. То есть делаем заградительный огонь. Нет, как только на нас будет падать, сами уходим в оборонительный, быстро разворачиваемся на атакующий.
На нас, я думаю, вряд ли будут падать, будут на 20-х падать, поэтому нам спиты должны позволить развернуться просто до них. Потому что пока мы там спускаться будем с более высокого эшелона. Левый дал малый. Ты подо мной, что ли? Давай, я подбросил тебя, догоняй меня, вставай в строй. Я пытаюсь сейчас понять, это аэродром или не аэродром. Вроде контакты там. Нет, вставай. Я сейчас обгоню. Если есть контакты, значит аэродром. Ну вот шестеро, вроде как вижу шестеро. Там еще боты есть. Боты, самолеты? Я справа от нас вижу три точки. Справа боты, самолеты у них. А, тогда на это... Да, справа от двадцаток. Вот я не вижу никого. А, вижу. Да, высокий. По кругу, да, расставлю? Вижу. Видишь? Да-да. Противник? Три высотника есть на... Я вас вижу, по-моему, я от вас на юг... Ну, примерно, да. Видишь, да? А 20-х? Да, вижу взлет противника, прием. Принял, принял. По возможности бум-зум и отходи. Так, Ан, ты где? Встань я в строй, пожалуйста. Я под 20-ми. Да, пытаюсь. Это точно наши высотники? Я вот не знаю, кто это. Я под тобой. Пара взлетела. На эти поршни. Если это можно так назвать, то я вставлю справа по кого у тебя. Справа сзади. Ну, я тебя плохо вижу. Две пары взлетела, прием. Принял, принял. Действуй по обстановке, если сможешь сбить ее, отойти. Действуй. Высотники, ударную авиацию наблюдаете? Все, принял. Я вижу ударную, это 0-3. А 20-е из пяты, метку на карту где вы? Не кушерно. Принял, принял. Хорош. Минус швальба. Отлично. Я уже открыл бутылку шампанского. Какого шнапса? Так, да, понятно. Черт. Трофейного шнапса. Трофейного. Рит, аккуратней там работай. Тут две пары, два поршня и одна швальба встала. Да, ты им, короче, свяжи ручки-то, чтобы они там сильно не взлетали. Это мы умеем. Какого у нас там полета осталось? Сколько? Оно близко. Ай-яй-яй, сбили меня. Кто говорит? Крита сбили, повторяю. А 20-х ты можешь пониже спустить? Крит, ну 200-й. В этом бою все. Чему опять наверх ползем? Повторяю, в приоритете танки, танки. Ан, где находишься? Я у тебя на 6 метров 500. Когда ты у меня на 6, понял. Я не вижу твою 6. А я должен контролировать твою 6. Ты у меня под хвост прячешься и все. Нормально? Вот так получше. Вот так и держись. Станги оставшиеся, как обстановка. Пока спокойно. Где находитесь? На так, цели. Занимаю правый перенкашек. Давай за мной. Нас четверо же, да? Настрой, крит потерян. Конечно. Принял. Ты от меня отлипать не должен.
Мавр, выдвигайтесь к вражескому аэродрому, пытайтесь его блокировать. Все, вот так, держись на такой дистанции. Принял, но вокруг куча контактов, возможно, мы уже кого-то пропустили. Хреново, выше вас нет? Ну, я не могу сказать, просто вокруг меня целая куча самолетов. Так, Ан, смотри, внимание, у тебя на 9. Над тобой пролетает, на 12 уже. Три троечки, один троечку, у вас бой начался. Пошел на юг. Смотри, захочет будет. На 6 смотри. Видишь высотник? Близко. Конечно. Выше меня. Это свой, конечно. Не вижу. Нет. Ты меня видишь? Да, вижу, вижу. Мустанги, определить противник над целью. Если противник связать боем. Я тебя тоже вижу. Я слева от тебя покрывал. Чуть-чуть приспустись, но держи выше высоту, чем моя. Ну, процентов 70, что свои. Мустанги на какой высоте? Эх, еще бы я знал. Сколько бы, футов? Какая сколько это футов? Тут три стрелочки, я не понимаю, сколько тут футов. Куда большая стрелочка показывает? На троечке вроде. Нет, тут надпись, вернитесь на поле боя. Внимание, ударники вышли за границу танкового поля, мы за ними, и хрен его знает, где мы теперь. Все, наблюдаю. Наблюдаю. Продолжайте за ним движение. Я тебя тоже не наблюдаю. А 20-й не теряйтесь, один у вас пикирование ушел. Вижу двойку. Другой в кабрирование зачем-то пошел. А, все, работает ударники. Я вижу два самолета. Если видишь пикирующий самолет, это наш. Да, один пикирует. Нет. Похоже на истребителя. Это я тебя не наблюдаю. Спускайся вниз. Меня наблюдаешь? Видишь, Зена работает по земле? Нет. С земли. Возле речки. Нет, не вижу. Танки вдоль линии стоят, железнодорожные. У меня двое. Веду бой. Блять. Я не могу к тебе сейчас уйти. Ладно, хер с ним, давай разворачивай. Я включил, но это не по правилам. Ты пикируешь? Я вижу 4 самолета. Я не знаю, где здесь край карты. У меня заход. Я сбит. User left your channel. А 20-е отработали? Видимо, да. Спитфайр один живые? Остался. Вступили в бой. Зена работает. Зена, по-моему, работает. Да, мессер меня протыковал, кто-то ушел, я его потерял. Был в районе стрельбы с земли, с наземки. Видимо, меня на зем тянул.
Андерболт без оконцовки на базу ухожу, прикройте по возможности отход. Тем, кто отработал, по возможности сохранить. Так, падает мессер на кого-то, над речкой маневр делай, падает на тебя. Возле стрельбы мессер падает. Шесть, шесть, шесть у тебя. Пытаюсь отвлечь. У меня тоже 6. Их было очень много. Богатина, извини. Да я уже понял. Ладно, я купил. Все. Блять, как же это зеркало раздражает у Спитфайра? Это просто. На кого? На Мустанга. Меня телепортировало. Потом я тебя не увидел. Увидел только, что на меня летит двое. Пока я понял, что это противник, было уже поздно. Нет. Посмотришь на это, блин. Он будет. Че, охерел, что ли? Да, блин. Ты че, мразь? Охерел? Ты пошли, выйди. А, интересно, почему сбить я никто не засчитал? Че, это все этот бой? У нас больше лесов нет. Сейчас, пойди, второй бой будет. У меня двух слов там тогда. User left your channel. ВХ, красавчик. Эпичный уход с поля боя. Осталось только. Может и не для меня. Так, 20-й у нас, по-моему, все, да? Один живой остался. Айрм красавчик снова. Следуйте за мной. Вот сейчас. Вокруг меня целая куча самолетов. Терзает смутное сомнение, что я, видимо, погодите. Плохо прострелил.
четвертое место. Сейчас и Мавр здесь тоже заберут. Внимание всем! Полосу освободите. С критическими повреждениями на посадку захожу. Медика бы. Желательно с ракетами воздух-воздух. Можно земля-воздух тоже. Садка, блять, поле нужно. Две секунды. Хоть шасси цело. А, уже не цело. А, это закрылки полетели. Ёб твою мать, блять. Нулевой полос освободил. Не смог. Тем временем Мавр кого-то сбивает. Я двадцатку посадил, мне ее в бафушки загонять, она сильно побитая. Да, в общем, вылета уже не будет, мы не успеваем по времени, поэтому как хочешь. Можно покидать машину и брифинг. А выход через флажки? Это... Да, выходи через флажки, если ты уже рядом. Ну, конечно. Channel switched. Microphone activated. Мне кажется, дело в том, что места нет в синей команде на второй бой. В смысле? Нам же шварку вступили. Ну там просто записано не так много людей, 8 человек. Ого, целых 8 человек. Ну, там 8 вступителей, 8 человек записано, а записано еще 3 на зенитке. Я не спешил сегодня. Я вот сейчас размышляю, на чем лететь, на Швальбе или на Мустанге. Где ж? А, вот. В следующем бою я был на 6-м густове лету. На Японии, я май крейл. Мавр-то домой собирается, нет? Ну да, летит. Чё, получается, Тайфун и А-20 только долетели. Чё там? Ты не смогли? А, нет, ещё Тоннер был, прилетел. А я заклин был на 9 километров на Мустанге. Ищу мессеров, но они все по нулям пошли. Битва ласточек, блядь. Потом смотрю, швальбы взлетают, думаю, блин, надо. Ладно, короче, я думаю, я хочу на Мустанге. Я поставил себе пинап Японии, хочу на Мустанге. Мы полетели на Мустанг. Все, окей. Мне похер. Я на Мустанг. Все, сейчас пойду скажу. User left your channel. Все, я договорился. О чем? О том, что ты уходишь из команды и отдаешь им швальбу? Вот это да. Бывает, мастер переговоров. Вот понимаешь, если бы поляки так бы отдали Данцинг, то может войны не было. Дипломат. Как это не было, была бы. Смотря так, как бы предлог. Отдали. Смотря ну, как что? Бы отдали. Другое бы затребовали, сказать, дайте Варшаву. Да знаю, я знаю, успокойся.
Че? В аркаде у Густага 4.7. Кик. Видели, что в РБ этой лавке сделали 3.7 БРФНки? Так она в дерьмо полнейшая. Не знаю, я недавно не летал, но сейчас, кстати, пробный вылет сделал. Чё это на дерьмо? Охеренный самолет. Ну, типа красная жалуется, что дерьмо. Чё это на дерьмо? Мой любимый самолет был. Немецкая, да. У меня советская не топовая. Советская фэнка была моим любимым самолетом до последнего года, наверное. Пока они фоки не поправили. Сейчас приду. Так, парни, в общий брифинг переходим. Киборженко. Киборженко с нами будет. Ты что ты тут вообще тут сидишь такой? Слушай, а? Я Мустанга с итальянским. А Z правила нарушает. А Z скрытой лентой стреляет. Какой негодяй. А Крит правила нарушает. Нельзя убивать на ВПП. Я вас на ВПП не убивал. Да он только что оторвался от ВПП. Киборженко на месте. Вы взлетели, уже летели. Мне ВХ приказал атаковать, я атаковал. Киборженко на месте. Так, а что там? Кто ругается? На взлете, в смысле, на полосе кого-то расстреляли? Нет. Ну все, а взлетел, значит, ты не на полосе. А Крит все, Крит нарушитель, все. Почему? Взлетел, скорость 200, ты не на полосе, можешь сбивать. Нормально. Ай-яй-яй, Крит. Ну да. Ребят, ну блин, война, что ж теперь поделаешь. Скрытый лент. И ПВО такое классное, прям стреляет. Запрещены. Надеюсь, я на тот филд. Война. Запрещены. Не стреляли скрытыми лентами никто. Я не видел, что ПВО даже стрелял, а ВХ. Крит стрелял. Просто я вообще не видел. Так, на синем аэродроме не стреляло ПВО. Да. Стрелял. Я когда уходил, по мне обстреливали. Не, на подлете мне. Должно стрелять было. ПВО настройки не менялись, вот как в миссиях войны. Оно так что вы там забомбили, не забомбили, интересно? Да, забомбили там чуть-чуть. Много чего забомбили, но среди этого всего говна танков всего три. Я узнал, что забомбил. Красавчик. Лучше бы ты пару пантер забомбил. Я так, еще ладно, не знаю, что тоже забомбил. Кто пару танков забомбил? Кто пару танков забомбил? Его, я лозавшу и пару танков забрал. Верс? Хер. Да, посмотри, Верс. Сколько ты танков убил по логу. Танк. Тебя, кстати, в последнем заходе циферки, тупо это... никуда не полутопливался. Киньте сугубо двигатель, который сразу нет, вообще-то я просто видел, что я забрал. Вопрос. Извини, пожалуйста, выходи. Ты что, на корёте все? Я насколько да. помню, был уничтожен две пантеры и две як-пантеры. Одна як-пантера, она была одна як-пантера. Вот я сейчас стою напротив. Вот я ее убил, одну як-пантеру. Две пантеры Аирм убил. Две пантеры убил Аирм. А остальных я не видел. Аирм там флагпанзер еще собрал. Ну, зенитки не идут за счет. Сейчас сторону меняем. Ну как, кто хочет, меняет, кто не хочет. Ну, поделиться надо бы примерно как в прошлый раз, но единственное, что в прошлый раз поделились вроде, потом бах, за тех пришло. Короче, суть в том, что авиация Германии в этот момент уже немножко испытывала проблемы в численности и в качестве, поэтому союзников такое ощутимое должно преимущество быть поэтому в атаке. Иначе это не авианалет, а херота. Какая-то, поэтому по возможности давайте за красных побольше в этот раз. Я за красных. Я пошел на зенитку. Так, давайте перекур 3 минутки и делимся по командам и вперед повторно. Все, пожалуйста, кто в прошлом бою, ну, все выйдите в лобби, чтобы... Я еще не сел. Ну, сядешь, выходи. Я ВХ классно сел почти. Да, и кому классно сел? Нитки могут через просто кнопочку точку J нажать.